Я люблю тебя. Трогательная история двух влюбленных во времена Великой Отечественной. Быть верным своей родине, любить и поддерживать близких – главная тема, которая пронизывала всю постановку. На сцене Дома культуры «Солнечный» прошел спектакль «С любимыми не расставайтесь». К войне не надо привыкать, Ромашка, ведь она когда-нибудь обязательно кончится. Сегодня у нас второй день нашего марафона, патриотического марафона, который называется «Я патриот». Он затеян вместе с администрацией Одинцовского округа и при поддержке партии «Единая Россия», нашей фракции Одинцовского округа. Цель очень проста. Собрать в больших 5 залах нашего округа школьников, старшеклассников и показать им спектакль о войне и о любви. Актеры театра «Крылья» уже вторую неделю делятся с юными зрителями драматичной и эмоциональной постановкой. У них особенно тонко получилось передать изменения героя за время войны. Из молодого парня он превратился во взрослого мужчину. В спектакле одного героя сыграли сразу 4 актера. Важность постановки отметили и активисты «Единой России». Я благодарю всех детей в зале. Их было сегодня большое количество. Благодарю всех педагогов, которые привели детей, потому что Великая Отечественная война не должна быть для них параграфом в истории, в учебнике истории. Конечно, это то, что прошло через каждую семью, и для них, для ребят, это уже слишком далеко, это уже несколько поколений, но все равно еще в семьях где-то есть рассказы о Великой Отечественной войне. Школьники особенно внимательно наблюдали за ходом развития событий, переживали и поддерживали актеров аплодисментами. Постановка тронула сердца юных зрителей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».